Привет, ребята! С вами канал «В поисках золота Украины», и у нас очередная экспедиция. Поля у нас уже пашут полным ходом, убирают урожай. Пшеницу уже собрали где-то месяц назад. Сейчас сою убирают, начинают убирать подсолнечник, кукурузу. В общем, работы нам хватит на целую осень. Есть у меня находочка, сейчас я вам покажу. Зацените. Только вышли на поле, и вывалилась мне моя любимая спинка с фибулы. Какая-то маленькая, видно, детская была, что ли. Язычок остался. Находочка, в общем. Берем, идем искать дальше. Идем к Юрчику, ребята. У него есть находочка. Какой-то супер прелестный динарик. Сейчас мы это все заснимем. А ну-ка показывай-ка, мальчик, что ты там нашел. Это головатая телка. Блин, сейчас резкость наведем. Ну давай. Слушай, это какая-то инопланетянка. Скажи, ну это головатая такая. Инопланетянка 100%. Прикольный такой, слушай. О. Легенда хорошая. Ну как? Ну, легенда. Рукопожатие, да, легенда? Не знаю. Или примирение какое-то, что-то такое, в общем. Ну класс, 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 класс. Поздравляю. Информация к размышлению. Это инопланетянка, друзья мои, которую откопал Юрчик, оказалась очень даже интересной личностью. Это Фульвия Плавтила, более известная как жена императора Каракалы. Она была очень расточительной женой, за что и попала в немилость к императору. В конечном итоге для Фульвии все закончилось очень печально. 4 февраля 211 года она была убита убийцей, посланным Каракалой. Итак, что же мы видим на изображении монеты? Фульвия Плавтила, драпированный бюст, который смотрит вправо. Волосы свиваются в гребни и крепятся в большие два свитка на затылке. На легенде изображен Каракала, который стоит слева, держась за руки с Плавтилой. Диаметр монеты примерно 18-19 мм, вес 2,99 грамма. Так, ребята, похоже, Юрчик нам решил сделать азарт. Он нашел еще один. Сейчас посмотрим. Показывай, хапуга, что нашел. Паустина. Сейчас мы ее запечатлим. О, Фаустина старшая, да? Угу. Хороша дева римская, хороша. Тут легенда. Ну, красавчик, что тут скажешь? Красавчик, и полчаса не прошло, как вышли в поле. Классная Фаустинка. Просто замечательная. Поздравляю. Держи. Коляныч там ходит. Идем искать. Привет, рогатая. Смотри,
Что, ребятки, переехали мы на другое место. Был у меня сигнальчик. Тут кроме нас еще четверо ходит комрадов. Был у меня сигнальчик. И есть монитосик. Сейчас вам покажу. Зацените. Вывалился мне динарик. Залившую, правда, в какашку. Но ничего, серебряный, хорошенький. Мы его дома отчухаем в нашатыре и в лимонной кислоте. Будет как новенький. Монитосик, приятненько. Берем. Идем дальше искать. Конкуренты наши ходят. Там еще где-то трое, один в красных шортах, гламурный. Ладно, там вот Колян сверху. Идем искать. Ну что, ребята, был у меня сигнальчик, и вывалился мне крестик классный. Сейчас я вам покажу. Зацените, какой крест выпал. Чуть-чуть загнутый, правда, немножечко. Но не страшно. Можно аккуратненько его подровнять. Зачетный крестик. Берем, ушко целенькое. Берем. Ну что, ребята, солнце уже садится, и мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю экспедицию. Нашли мы сегодня несколько динариков, Юрчик 3 нашел, я 1. Пацаны там еще что-то понаходили. Сейчас находочки вам свои покажу. Находки, ребята, мои сегодняшние. Нашел я спинку с фибулы, крестик вот такой вот нашел, загнутый немножечко. Это, по-моему, 20 копеек 61 года. Какую-то бочечку такую вот нашел. Не знаю, что это. И динарик. Залипший, правда, очень. Но ничего. Серебряный, главное. Отмочим его дома, посмотрим, что там за динарик. Вот такие вот находки, ребята. Что сказать еще хочется? Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Будут вопросы, ребята, задавайте вопросы. С радостью отвечу на все ваши вопросы. До новых встреч, ребята, еще увидимся. Всем удачи, всем пока.